Апелляционный суд Киева снизил размер залога для владельцев компании «Агромарс» Марины и Евгения Сигал до 5 миллионов гривен для каждого. Свобода для них подешевела почти в 20 раз. Я напомню, владельцев птицефабрики правоохранители задержали по подозрению в организации птичьего могильника и загрязнения окружающей среды в Киевской области. Общий убыток, нанесенный «Агромарсом», следователи оценивают более чем в 250 миллионов гривен. Все подробности расскажут наши корреспонденты. 9 июня владельцев скандальной птицефабрики в Гавриловке задержала полиция. Рабочий офис семьи Сигал правоохранители брали штурмом, взламывали двери и проводили обыски. Полиция обнародовала переговоры совладельцев предприятия. Их подозревают в преступной деятельности и умышленном нанесении вреда окружающей среде. Дохлых кур сотнями тысяч вывозили на окраину Гавриловки и прикапывали. Чего грузить? Грузим, да? Да, хранить. Следствие считает, что таким образом супруги-бизнесмены экономили на утилизации курятины. От невыносимой вони и загрязнения почвы отходами страдали местные жители. На этом видео с беспилотника видны масштабы экологической катастрофы. Под незаконный могильник использовались десятки гектаров земли. От крови птиц стала красной даже вода в озерах. Дети начали очень сильно болеть инфекционными заболеваниями горла, носоглотка. И пошли часто как бы ацетон. Выявлены массовые захоронения залишків птицы, які на сьогоднішній день несуть потенційну загрозу, загрозу навколишньому середовищу, забрудненню ґрунтових вод, земель. І в першу чергу це здоров'я людини. Евгения и Марину Сигал взяли под стражу на 2 месяца до окончания следствия. Ранее суд назначил им залог в 90 и 84 миллиона гривен соответственно, но апелляционный суд Киева уменьшил сумму до 5 миллионов. Адвокат подозреваемых сообщил, все фигуранты этого дела должны выйти под залог уже сегодня. Следствие тем временем продолжается. В ГПУ утверждают, что разоблачили не только многочисленные факты нарушения правил экологической безопасности и санитарных норм аграрным холдингам. По данным следователей, предприятие также выбрасывает в воздух чрезмерный объем вредных веществ. Убытки в результате загрязнения земельных участков «Агромарсом» следствие оценило в 19 миллионов гривен. Выбросов загрязняющих веществ – в 36 миллионов. А ущерб от незаконной добычи природных ресурсов – почти в 200 миллионов гривен. Учитывая резонанс этого дела и весьма странное решение служителей Фемиды, мы планируем пристально следить за ходом судебного разбирательства. Андрей Кравец, Вячеслав Никифоров. Подробности, телеканал «Интер». О том, как активисты общественной организации «Стоп коррупции» зафиксировали раздачу денег так называемой группе поддержки семьи Сигал после заседания суда, мы расскажем уже завтра.